77 первоклассников переступят порог 5 в этом году. Для школы это уже привычное количество детей. Правда, образовательный процесс проходит в две смены. Перейти на одну возможности пока нет. Такая ситуация складывается в нескольких школах Искитима. Сегодня вторая смена во второй школе, в пятой школе, в школе номер один. Очень такое напряженное состояние в школах Южного микрорайона, 9, 11, Подгорного, 8 школа. Но мы пока справляемся. Численность первоклассников сокращается уже второй год подряд. Нагрузка в основном – это основное старшее звено. Большая работа ведется по созданию дополнительных мест в существующих школах. За лето оборудовано еще 150 в трех образовательных организациях. Работу в этом направлении будут продолжать. К грядущим изменениям готовы и педагоги. В августе работали над новыми программами, календарными планами. Учителя в это верят и надеются. Но уже сейчас, с прошлого года, мы начали работать только в электронном журнале. То есть бумажный вариант журнала у нас полностью ушел. Уже минус одна бумага. Работа. Ну и мы все равно стараемся минимизировать бумажную работу. Мы стараемся в основном все отчеты, если что делать, то в электронном виде. В помощь директору в школе появился советник по воспитанию. В прошлом году только пробовали. А с этого начнется плодотворная работа. Стоит задача быть связующим звеном между родителями, детьми и педагогами. Эта задача максимально выполнима, потому что сейчас у нас будет максимум различных проектов, в которых мы можем поучаствовать благодаря как раз таки этой должности. В них могут участвовать и дети, и родители, и педагоги, и совместно, соответственно, командами. Но самое главное – работать в ближайший учебный год готовы и ученики. Особенным он будет для выпускников. Мы думаем, что он будет тяжелый, потому что все-таки подготовка к экзаменам, но и достаточно душевный, веселый, потому что это последний год с нашими любимыми одноклассниками, друзьями. Очень загруженный будет, я думаю, и очень волнительный. Насыщенный такой. Кульминационный момент торжественной линейки – открытие новой спортивной площадки. Она стала подарком от депутатов законодательного собрания к юбилею школы. Подрядная организация успела выполнить работы к новому учебному году.